Всем привет, дорогие друзья, мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах, а значит, Huawei помер быстрее, да. Я недавно выпускал видосик Shorts, это позавчера, по-моему, да, о том, что какие же все-таки часы продержатся дольше от одного заряда батареи, это Galaxy Watch 5 Pro, да, и Huawei Watch 3. Значит, зарядил их я до 100% и поехал в город Усть-Илим. Что значит, у меня по итогу было включено на обоих смарт-часах? Вообще было включено все, что можно было включить. Определение тренировок, там ЭКГ, сон, ну и так далее, и тому подобное. Вообще все. Определение активности там и так далее, и тому подобное. Было включено абсолютно все. Да, GPS, ну и здесь eSIM, но eSIM срабатывает на Huawei только в том случае, если они теряют связь со смартфоном. Такого у меня не было, они не теряли связь со смартфоном, соответственно, eSIM, мобильные данные включены не были, да, и поэтому у меня LTE нет на Galaxy Watch 5 Pro, соответственно, как бы, ну, так скажем, что они были в одинаковой весовой категории в итоге, да. Что получилось по итогу, короче, я, значит, их зарядил, одел с утра, и в итоге Huawei Watch 3, как только у меня отключились, то, что вы видите сейчас на своих экранчиках, я сразу посмотрел, сколько заряда осталось на Galaxy Watch 5 Pro. Осталось 48%. Другими словами, в половину, так скажем, они держат дольше Galaxy Watch 5 Pro, чем Huawei Watch 3. Конечно же, это может быть связано с тем, что может как-то батареечка на Huawei прохудилась, но в принципе, думаю, что все-таки нет. Батареечка, по идее, держит нормально. Они свои полтора суток, так скажем, отработали. И это все на полном максимуме. Galaxy Watch 5 Pro на полном максимуме у меня работают двое с половиной суток без проблем каких-либо. Я их не отключал, ничего. Они у меня были вот так же, как сейчас. Я до сих пор еще не снял и на зарядочку не поставил Huawei Watch 3. Кстати, вам не советую экспериментировать такими вещами. Вообще, в принципе, часы любых производителей в ноль разряжать, так же, как и смартфон, категорически не советуют сами производители. Поэтому не надо. Меньше 10% или 10-15% все, уже часы там или смартфон подают сигнал. Надо на зарядочку ставить, поэтому тоже ставьте на зарядочку. Кстати, этот видосик я уже записываю с новой аудиосистемой микрофонной, которую я приобрел. Если вам кому интересно, ссылочка в описании видео, в кейсике зарядном. Классная, кстати, штучка. Поэтому, если что, проходите, смотрите. Ну, вот так как-то. Спасибо за ваше внимание. До свидания, всего доброго и до новых встреч.